Так, извините, а не подскажете, а Дмитрий Ликс на дымоходе был или нет, или не был? Давайте глянем. Бля, самое забавное, короче, то, что Ликс у Цума, ну, получается, они же со слом, то есть, со, ну, с Саункером там, со слом, блядь. Вот. И, бля, ебать реклама, конечно, нахуй. Пиздец, пацаны из дымохода уже, блядь. Скоро татуировки фанбет ёбнут, блядь. Посмотри. Пиздец. Телеграм-каналы. Просто уже на одежде, блядь, как погоны, нахуй. Тугар. Я помню, ну, я должен был свой день рождения праздновать, думаю, сами знаете, почему я не праздновал. Вот, и я когда пацанов позвал, я сказал, пожалуйста, только можете не приходить, нахуй, там, в огромных, блядь, просто с плакатами, блядь, с флагами фонбета, нахуй. Просто без камеры, чисто их позвал. Ну, так они прикольные, пацаны, пиздец, вообще. Не, я нормально отношусь, не очень похуй, это реклама, просто забавно, но это реклама, типа, реклама нормально. Там мы показываем то, что не показываем здесь. Фрики Сквад здесь, привет. Фрики Сквад. Здорово. Для тех, кто тебя не знает. Бля, какой еблан, боже, я так по нему скучаю, сука. Пиздец, нахуй. Какой же, блять, вот есть люди прям вот пиздец, у меня, которым такие теплые. Опять же, не буду говорить по именам, чтобы там никого не обижать. Но просто вот есть список людей, пиздец, по которым я ебать скучаю. Очень. Вот Диман в этот список входит. А я Дмитрий Ликс, стример на Твиче. Вот ты просто смотришь, он 5 секунд говорит, потом ставишь на паузу и думаешь, бля, какой же еблан. Чулу 35 лет, посмотрите на его ебло, нахуй. Это пиздец, он как черешня выглядит, нахуй. Фрик Сквад, сила, и я. Бля, какой ублюдок, боже, сука. Сколько тебе годиков сейчас? Блять, он просто сказал и сам поржал, нахуй, блядь. Ох, блин, вот это ты зря сразу в цель вопрос задал, 35. Смотрите, вот снимаю. Бля, каждый раз, когда Диван пытается... Я понимаю, что, возможно, каждый раз, когда вместе, я как крыса поступаю и просто, типа, начинаю ним угорать, но каждый раз, когда он начинает какую-то девчонку в жизни клеить, это такой кринж ебучий, вообще пиздец. Ой, бля. Мы, а там еще параллельно у нас стрим идет. Да, вот, стрим идет, я не знаю, будете вы его снимать. Нет, можно снять, кстати, чатик немножко. Вот пацанам, кстати, респект вообще и Диману, и ослу. Типа, я не праздновал днюху. И они мне сделали подарок. И я его проебал. Блять, а где он? А, вот. Вот подарок Алекса. Браслет какой-то уебищный, потому что Димана вкуса нет. Шучу, охуенный браслет, реально, спасибо. Вот, и от Аункера какая-то футболка, блядь, пиздец приятно, потому что я вообще не ждал, что меня как-то поздравят, потому что я днюху не праздновал, то есть, ну, все отменил, естественно, в свете событий, которые там произошли. Вот, и, блядь, и пиздец, оно было приятно, что они подъехали, из СПБ подарили, короче, пиздец вообще. Немножко, и они там будут писать ку-ку-ку-ку, всем привет передавать. Это наша давняя мечта, снять, сколько стоит шмот онлайн. Да-да-да, чат у вас уникальная возможность, пишите ку только без мата. Это важно. Как можно ку без мата написать? Ну, там хуй. Блять, посмотрите на эту хуйню. Ёпта, знаешь, что-нибудь такое. Блять, почему он смеется, как еблан над каждой своей разрывухой, блять. Посмотрите. Смотрите. Ух, блять, показалось. Сука, глаз оторвал. Что за хуйня? Как это возможно? Что за хуйня? Ладно, похуй, приклеит. Ну, эта морковка пиздец приятная. Поехали дальше. Короче, кроссовки Adidas. Блять, еще у Димана есть какой-то вот ебанутейший навык. Я не знаю, как он его развил вообще просто до абсолютных значений. Хуево одеваться, блять. То есть это вот пиздец вообще. Марку не помню, но по цене. Ладно, визави Диман. Но я бы хотел Димана прокачать. То есть, типа, я бы хотел приехать и просто затарить его жестко. 1000 они стоят. Штаны Hugo Boss тоже 10 тысяч стоят. Футболка подарочная, ребята на день рождения дарили. Дом Ребель, я думаю, 1008 такая стоит. Ну, так и стоит примерно, да, там 8. Ну, дороже что-то стоит, такое, нет? Плюс-минус. Ну, то есть сейчас уже 15, я понял. Уже 15, давай по новым ценам. Ты сам порой как лох одеваешься. Не, в смысле, я на жестком стильке нахожусь, гляньте. У меня все грамотно. Дешево и сердито. Да я не знаю, ну просто по-обычному, ебать. Просто, ну я на домашнем сейчас двигаюсь. То есть это домашняя хуйня, нормально. Блять, в смысле, лох, ебать, долбоёб, колхозник, лошара, залупа. За что, ребята? Попизже было. Вот, куртка Дорган, 26 тысяч. Аксессуаров никаких не ношу, потому что постоянно все проябывают. Бля, Диману пиздец, респект нахуй, за то, что он мне на днюху купил вот этот браслет.
Сейчас. И он стоит дороже, чем его лук весь. Это уже о многом говорит. Это пиздец вообще. 55 тысяч этот браслет стоит, охуеть. Почек тоже не ношу. Почему ты теряешь вещи? Слушай, не знаю, по жизни так сложилось. Вот все, часы там постоянно, блядь, то ремешок рвется, то еще что-то. Цепочку гений, бабушка, блядь, золотую дарила с крестиком. Подбал. Ну, ты выходишь на улицу только для того, чтобы постримить? Или бывают какие-то другие поводы? Слушай, бывает хожу покушать, а бывает хожу еще в массажную. Вот. Но... Блядь, пиздец, он как, сука, он ебаный инфузория, блядь. Это пизда. Ребята, кто с Твича будут смотреть, они в курсе за эту тему. Ну, массажную. Блядь. Массажную, ну, где не только массаж. Ну, массажную, да. Ты хочешь, сука, где массаж, блядь, делают какого пола люди? Слушай, чаще, ну, не чаще, всегда почти девушки. Бля, посмотрите на его череп ебаный, блядь, в этот момент, когда он свою разрывуху пошутил. Посмотрите просто. Посмотрите. Всегда девчонки. Ой, блин, всегда девчонки. Бля, ебать, пряник хитрый, я его рот еб нахуй, сука. Тульский, блядь. Всегда девчонки. Ну, хорошо, я понял. Ну, тебе больше... Бля, я вот соскучился по вот этим моментом, когда ты сидишь просто в кальянной уже просто под утро, блядь, в Питере с Диманом, нахуй. И просто залетает какая-то тупейшая шутка, и вас просто нахуй разрывает, блядь. Чел пишет, у меня матери 36 лет, пиздец. Мне нравится ходить на улицу, чтобы кушать, или на массаж? Слушай, мне нравится сначала сходить на массаж, а потом уже таким, знаешь, с пустым животом и, ну ладно, скажу что-то, яйцами, да, идти кушать. Вот, вот так как-то. Поэтому вот это, наверное, мои две последних вещи. Это, знаешь, это как чел, который, блядь, от твоей школы отправили, блядь, на Олимпиаду по английскому, он по итогу вместо того, чтобы ее сделать, просто обосрался по носам, блядь. И когда он возвращается, он все над ним смеется. Тут то же самое, блядь. Короче, это то, чем ты в последнее время занимаешься на улице, я понял. Ты из Петербурга. Да, я из Петербурга. Это гений. Вот, периодически к вам приезжаем в гости, потому что до нас реже доезжают, у вас контента больше, магазинов больше, всего у нас больше. Прям очень мало выпусков из Питера было, мы, честно скажу, хотели бы чаще там бывать. Приезжайте к нам, у нас тоже есть, мы там соберемся, всеми фриками придем, прям всех нас отснимите сразу. Сделаем, мы обязательно. Попроще, видишь, мы там попроще ходим. У нас девчонки, да, девчонки там мажоры, а пацаны... Массажных. Ну. Слушай, ну тебе 35 лет, и я уверен, что молодое поколение сейчас думает, блин, 35 лет мужик, но он уже должен быть с семьей, с детьми, он какие там массажные просто, блин, салоны, о чем ты, чувак? Слушай, мне кажется, я себя настолько избаловал такой жизнью уже, что уже не до семьи, не до детей, вот. У тебя квартира уже есть? Бля, ну если, ну вот по факту, типа, вообще это такая стереотипная хуйня, ну типа, если он говорит, что избаловал, значит, он от этого кайфует, значит, для него это более кайфовое, нежели семья, значит, просто человеку не надо, у каждого человека свои ценности, блядь. Натуре, блядь, а он шутит про свои яйца, нахуй. Просто. Бля, мне кажется, вот просто интересно, вот ради интереса, вот все ли одноклассники Димана женились? Хотя нет, не все, я сразу говорю. Я знаю, Макс, он тоже не женился. Хотя он вроде уже был женат и развелся. Хуй его знает. Я только одного знаю, одноклассника Димана. Но, блядь, я даже не знаю, женились ли мои одноклассники все, но мои по-любому нет еще, в смысле. Бля, я в школе 1000 лет назад был, нахуй. Пиздец, блядь. Есть в Петербурге? Да. Я за день до того, как ипотечную ставку 22% сделали, взял, успел сюда, переигровка. Бля. Боже, какой еблан. Это очень круто. Так, квартира есть. В принципе, заработок есть. Но сейчас монетизации на Твиче нет. Ну, мы сейчас не зарабатываем уже 12 тысяч долларов в месяц, да, как там пишут. Поэтому что делать? Все. Бля, ну, я никогда с партнерки Твича 12 тысяч долларов вообще не зарабатывал. 6 тысяч, по-моему. Я хочу девушку, которая будет работать. А как ты вот реально относишься к девчонкам, которые вот такие массажи делают? Слушай, честно, да нормально. Бля, прикольно, они ничем не отличаются. Женился. Нормально, абсолютно. Есть среди них там, ну, адекватные, прикольные девчонки, с которыми... Женился бы на такой? Ну вот жениться я не знаю, но пообщаться, наверное, можно, почему нет? Не, ну а что такого, она всего лишь письку дрочит, бля, типа.
Конечно, бы женился, бля, пиздобол. Нет. А ты не был, да? Нет, я женатый человек. Вот то, что друг рассказывал, я знаю, больше я не в курсе. Вот, так что так. Ну, в стриптиз-клубы тоже ходим, что вот. Вот поэтому и одеваемся так. Видишь, все в стрипухах остается. А сколько ты реально максимум вот так за массаж или за стрипуху отдал? Ну, за массаж-то немного, массаж не так дорого стоит, а за стрипуху, ну, прям вот самое максимальное, что было. Ну, да, за вечер, чтобы ты так. Бля, ебать, у него вопросы, пиздец. 250к? Че, массаж, бля? Пиздец, ты можешь массаж 250к стоить, нахуй. Бля, я пиздец скучаю по массажу, только по обычному в Москве, нахуй. У меня так спина болит, этого рот ебал, нахуй. Здесь одни дрочильни, блядь. Это пиздец вообще. Такой вау. Когда на стримах это не говорил. Ну, что вау, прям жестко, это было... 250 это было. 1000 рублей? Реально, что ли? Типа позвал всех девчонок, какие киски им вылизывал или что, блядь? Это было разово, это было... Это в Питере, наверное, там массажи на 100 можно сходить. Ну, это примерно чуть поменьше, но да. Видимо, там какие-то супер атмосферные девчонки были. Ну, было офигенно. Было караоке, было все дела, там как бы все красиво, отдельная комната, прям супер. Они пели в твой микрофон? Там был резиновый микрофон. Потому что его маленький очень. Вот. В мой нет. Бля, знаешь, чем больше нравится в Димане? Вот, короче, когда он типа шутит шутки, он же пиздец, но он всегда прям до последнего издыхания смеется. И вот эти 2 секунды паузы между новыми предложениями, когда он такой... Это вот, блядь, каждый раз вот так просто послушать. Был резиновый микрофон. Пели в него. Вот. В мой нет. Вот. Вот. Привет, как зовут тебя? Привет, Алиса. Блядь, Алиса, прикольное имя. Сколько годиков? Офигеть, какой. 18 душе. Джорданы. Прикольно. Ну, уже похуй нам, если честно. Дальше. Я все-таки Дмитрий Алекса зашел посмотреть. Пожилую гадюку ебать.